you manipulate the way the brain interprets those signals. Gotcha. And that's what's happening. And bollocks begets bollocks. Because once you are operating in a society that doesn't take in the very nature of reality, you're in a flawed society all the way through. Now, this is an example of how как информация передается через все возможное, и то, как мы влияем на нее, при этом взаимодействуя с виртуальной реальностью Вселенной. Грустно на душе, но я уверен, что ему не так грустно там, где он сейчас. Но я грущу из-за того, что он умер. Докер Эмото, великий человек из Японии, я открыл для себя его книгу много лет назад. К сожалению, он покинул наш мир несколько дней назад. Я просто хотел бы обозначить этот момент, сказав, какой фантастический вклад в понимание природы реальности он сделал своей работой. Итак, что же он сделал? Он разлил воду по маленьким контейнерам, и он воздействовал на эту воду музыкой, звуком, словами. После этого он заморозил ее очень быстрым способом. И потом сфотографировал кристаллы воды в этих контейнерах. И разница в этих кристаллах, которые контактировали со звуками, и теми, на какие ничем не воздействовали, была абсолютно фантастической. Этой воде говорили слова любви и благодарности. И мы видим, что просто прекрасный, геометрически прекрасный, гармоничный, естественный кристалл. Здесь были слова ненависти, «Я убью тебя». Посмотрите на это. Люди скажут, как это работает? Как можно заложить смысл слов в воду? Просто. Слова написаны, это всего лишь голографическое выражение сигнала волновой информации. Эти слова вибрируют на определенной частоте. Мы видим изображение, но у него присутствуют вибрации на определенной частоте, которые воздействуют на воду. После замораживания на фотографии мы увидим изменения. Я говорю сейчас. Люди думают, я говорю слова, но на самом деле я их не говорю. Я создаю информационное поле с помощью голосовых связок. И между мной и вами нет никаких слов. Слова приходят только тогда, когда вы декодируете информационное поле. Я лишь подаю сигналы, наоборот, когда вы говорите мне, когда вы говорите, разговариваете с кем-либо, все это частоты. Что ж, любовь и признательность. Меня от тебя тошнит, я хочу убить тебя. А вот эта вот музыка тяжелого металла, вот почему это может иметь такое отрицательное воздействие на людей. Потому что мы есть энергетическое поле. Взгляните на ауру человека, ее можно сфотографировать. Если эти вибрации могут повлиять отрицательно или разрушительно, или могут искажать ваше энергетическое поле, то вы подвернетесь умственному, эмоциональному, и то, что мы называем физическому выражению, это повлияет на вашу ауру. Это загрязненная речная вода. Посмотрите на нее. Что же произошло? Потому что базовая форма воды — это информационные волны, информационное поле, как и все остальное. В аэрокосмическом институте Штутгарта, Германия, они изобрели способ фотографирования информации в каплях воды. Вы можете посмотреть это видео на YouTube, называется «У воды есть память». Я уверен, оно еще есть в свободном доступе. И что же они там делали? Они клали цветок в большой резервуар с водой и доставали обратно. Потом они фотографировали капли этого резервуара, и в каждой капле был цветок. Это лишь макет. Очевидно, все было немного по-другому, но они могли видеть в капле информацию цветка. Затем они попросили местных людей прийти и взять из большого резервуара несколько капель и положить их в маленькое блюдце, говоря при этом свое имя. У каждого человека было по 4 капли. В итоге, вообще в этом принимало участие больше, чем 4 человека. Но они обнаружили, что все 4 капли разные, но основа у них одна и та же. Почему так произошло? Да потому что сами действия с каплями воды и энергетическое поле каждой уникальной личности имели влияние на воду. И это то влияние, которое у нас есть все то самое время, пока мы думаем, что мы бессильны. И когда догма Ричарда Докинса высмеивает гомеопатию,
Я не знаю, что он там высмеивает, но они ничего не понимают о реальности. Он сам сказал в одной из своих книг, что знания квантовой физики его совсем туманны. Что же, это отличный путь для начала понимания реальности. Что же такое гомеопатия? Они говорят, мы не можем разбавлять вещество снова и снова до тех пор, пока от вещества ничего не останется. Сказать можно что угодно. Цветок достали обратно из воды, но информация все еще там. Информация из вещества, которая, как известно, может исцелять. Не обязательно ощущать это вещество физически, потому что они не могут понимать реальность, они не могут получать эту связь. Можете? Нет. Итак, что является собой компьютерный вирус, который разрушает компьютерную систему? Это ненадежная информация. Вот что это такое. Это ненадежная информация. Загрязнение базовых волн. Просто искажение, энергетическое информационное поле, искажающее то, что входит в контакт и появляется в голограмме. Это как токсическая вода и токсические отходы. То же самое есть и в начинке, в сладостях и прочих вещах, которые дети потребляют в массовых масштабах, потому что это будет дестабилизировать их умственно, эмоционально. Искаженная информация, искажающая работу мозга. А это нечто, что является большой целью их воздействия на то, о чем неразумно говорить, но мы сделаем это позже. Это шишковидная железа в мозгу, более известная как внутреннее око разума, часть так называемого третьего глаза, который относит нас к другим уровням реальности и другим уровням восприятия. Рене Декарт, французский философ и математик, говорил, что шишковидная железа — это месторождение души. Это не месторождение души, это способ масштабно взаимодействовать с космическим интернетом. Интересно то, что когда вы посмотрите на шишковидную железу и на все ее части, которые к ней относятся, то она очень неплохо напоминает изображение глаза Гора или Ока Ра из мифологии египтян. И это крайне важно, что возможно манипулировать декодированием реальности. Что мы можем манипулировать и декодировать реальность, чтобы перекодировать систему. Это шишка в Ватикане. Они закальцинировали шишковидную железу, потому что это кальцификация. А что же борется с работой шишковидной железы? Это фтор в воде. Фторированная вода кальцинирует эту железу, которая чрезвычайно важна для расшифрования реальности. Совпадение? Не думаю. Что ж, изображение этой шишки использовалось во множестве культур и обозначало шишковидную железу, потому что они знали важность всевидящего ока на их уровне декодирования реальности. Люди говорят, как маленькая шишковидная железа поможет расшифровать нашу необъятную реальность? Что ж, я говорю людям уже много лет, что размер не имеет значения, так? Посмотрите на это. Вы берете эту маленькую вещь, подключаете ее к компьютеру, и благодаря ей имеете доступ к мировой реальности под названием «Всемирная сеть». Те же палочки и колбочки, найденные в глазах, находящиеся в шишковидной железе, потому что это часть другого уровня видимости. Мы думаем, что происхождение мира идет оттуда. Это не так. Не так. Он идет отсюда. Мы декодируем информацию и проекцию того, что мы воспринимаем за реальность, она приходит изнутри, она вокруг нас. Поэтому, когда есть универсальная вера, на протяжении веков, где люди говорят, что все внутри вас, мир внутри вас, да, это так. И мир, который мы воспринимаем, диктуется миром в пределах нашего восприятия, мироощущения и системы верований. Миссис Анита Мурджани, автор книги «Умереть, чтобы стать собой», у нее был предсмертный опыт, сказала, «Я верю, что наибольшие истины Вселенной не лежат на улице». В изучении звезд и планет. Они лежат глубоко внутри нас, в великолепии вашего сердца, разума и души. Пока мы не поймем, что внутри, то мы не можем понять то, что снаружи. Потому что то, что снаружи, это проекция того, что внутри. А манипулировать тем, что внутри, и манипулировать тем, что мы испытали снаружи, это основа заговора.
Итак, мы можем декодировать реальность, и это может быть прекрасно. Но мы также можем декодировать ее и получать войны и конфликты. Это наш выбор, основанный на нашем восприятии. Шишковидная железа является кристальной. Все, что задействовано в этой декодируемой системе, кажется кристальным, потому что кристаллы принимают участие в системах передачи декодирования. И это мембрана каждой клетки. У нас есть триллионы и триллионы этих клеток, которые являются жидкокристаллическими. Поэтому мы принимаем реальность с космического интернета, который все время вокруг нас, как беспроводной интернет. ДНК кристаллическая. И это приемник и передатчик информации. Вот оно, это не просто шишковидная железа, это не только мозг. А вот это вот взято из статьи об ДНК. От характерной формы этой гигантской молекулы, мифилярная спираль ДНК представляет собой идеальную электромагнитную антенну. Электромагнитная антенна — именно то, что расшифровывает. С одной стороны, удлиненный и таким образом лопасть может очень хорошо принимать электрические импульсы. С другой стороны, если посмотреть сверху, она имеет форму кольца, поэтому это очень напоминает магнитную антенну. А вот это вот из статьи «Сан-Франциско Хроникл». ДНК — это универсальный программный код, начиная от бактерий, заканчивая человеком. Основные инструкции для жизни написаны на одном и том же языке. Это программный код, потому что мы взаимодействуем с виртуальной реальностью Вселенной. Это ДНК, ATCG, и они взаимодействуют друг с другом. Их цель в определении того, являетесь ли вы человеком или вирусом. А сейчас они создают синтетические клетки, используя компьютеры, потому что это виртуальная реальность Вселенной. Человек — это программное обеспечение, это средство опыта, особого вида опыта, в особом типе реальности. Мужчины и женщины — это программа. Все, что мы — это бесконечное сознание. Все, что было и чего не было. Мы мужчины, мы женщины, мы все, что между нами. Мы все существующее, просто точка определенного внимания. Наша природа — это лишь фокус нашей точки восприятия. Я мужчина, я женщина, я белый, я черный. Что же это за такое? Шизанутое, расистское безумие. Свихнулись. О, мой космический скафандр отличается от твоего. О, ну что? Вся эта культура работает как программное обеспечение, как опыт в рамках еще большего опыта. Это фундамент программного обеспечения. Программа должна взаимодействовать с высшим сознанием, но в подавляющем большинстве случаев она отключена от него, под гипнозом. Постоянно есть средства, которые постоянно гипнотизируют нашу реальность. Но если ты сам будешь оказывать на нее влияние, то твоя декодирующая система станет самоисполняющей пророчество. Контролируй восприятие и твой контроль реальности. Потому что, контролируя восприятие, ты управляешь убеждениями. Их не заботит, во что вы верите, пока вы верите им. Потому что сосредотачиваетесь на реальности, фокусируясь в очень ограниченном виде по причине своей веры. Несчастный случай. Вот о чем все говорят, но в квантовой вселенной не существует таких понятий. Есть только случаи возможностей и вероятностей, заложенные в существовании восприятия. Мы имеем безграничные возможности, такие же безграничные возможности, как и в интернете. Я могу зайти на этот веб-сайт, а могу зайти на этот. Бесконечные возможности, но восприятие выбирает лишь некоторые возможности, которые относятся к осознанию. Вот почему программирование восприятия является основой контроля человеческого опыта. Мы видим вещи, не какие они есть, но такие, какие мы есть, точно. Но мы видим вещи через их программу того, что мы есть. Что ж, от этой крошечной полосы частот, ими манипулируемой, даже не частота, а свободной мысли, мы решаем, кто мы есть, кто ты есть, что мы будем делать, кем быть, к чему стремиться, что есть и чего нет, что такое пробуждение.
Пробуждение — это пробуждение от этого. Человек, персона, значение которого приходит от латинского слова, обозначающего актерскую маску. Вот что мы имеем. Персона — это актерская маска. Фасад, дающий нам прочное чувство ложной самоидентификации. Итак, эти люди нормальные, но потом они выходят из-под программы. Это называется пробуждение. Все, что вы делаете, это отключаете себя от чувства реальности и программы и смотрите, что находится за пределами. Заводить беседу с кем-либо, чья система верований стойкая и неподвижная, это лишь тратить свое драгоценное время. Когда вы находитесь, допустим, нечто похожим на лабиринт, не подозревая о нем, вам кажется, что это свободная жизнь, свободные действия, но вы в лабиринте, вами управляют. И когда кто-то добирается до вершины и говорит, что это бестолковый лабиринт, он ведет никуда, он псих. Прекрасное высказывание. И те, кто танцевали, считались сумасшедшими, теми, кто не мог услышать музыку. Те, кто не мог услышать музыки, находятся в пузырях. Они не могут услышать музыку. Как и знания от более высоких уровней понимания, они не могут их услышать. Система заставляет людей смотреть на мир примерно так. Каковы у нас шансы, когда мы смотрим на мир такими глазами? Фокусируемся все время на одной частоте. Все это не касается нас, потому что не на том сосредотачиваемся. Спасибо. Глаза бесполезны, когда разум слеп, потому что разум — это восприятие, диктующее реальность. Мы все едины. И они не хотят, чтобы мы это понимали. Кто же мы? Все, что есть, было и когда-либо будет. Когда люди слышат это, они не понимают, как это возможно. Мы вернемся к этому позже. Я испытывал однажды нечто, что привело меня в другие уровни реальности. Я испытывал это место, точку внимания. Она была темной, но выдающейся. Очень трудно описать это. Никакого звука, никаких движений. Это было что-то новое. Это все, что есть, было и когда-либо будет. В этой тишине и молчании. Я прочитал эту книгу где-то примерно год назад. Она называется «Доказательство рая». Эбон Александр, нейрохирург, имевший предсмертный опыт. До этого он был прям как в догме Докинса, только в Америке. Абсолютно такая же система верований. Но после испытания предсмертного опыта все изменилось. И он говорит в своем опыте о ядре, или, как еще говорят, ослепительное ядро. Именно то, что я испытал год назад. Ядро или ослепительная темнота, откуда исходит чистейшая любовь, и где было все известно. Да, это то место, где все известно. Все приходит оттуда. Все, что мы называем словами, формой, опытом. Все, что есть и когда-либо будет. Невозможно. Мы не можем быть всем, что есть и когда-либо будет. Да, вы можете, потому что это все возможное ждет, чтобы проявиться. И все возможное — это возможность всего, что есть, было и когда-либо будет. Это весь потенциал, который ждет своего проявления. Это повсюду и нигде. Как это повсюду и нигде? В пределах всего потенциала и всех возможностей вы можете быть везде и нигде. Все или ничего. Вы можете быть и тем, и другим в пределах вашей возможности. Получается, что ничего — это ничто, или нет чего-то. Люди так ограничены в своих пяти чувствах. Они верят, что если это нельзя потрогать, увидеть или попробовать на вкус, это не может существовать. Если в нем нет движения, он не существует.
из всех возможностей вы выбираете только одну или две возможности. Все возможности — это спокойствие и тишина. Поэтому вы можете читать все книги, и из нее вы можете создавать все вашим голосом, что угодно. Вы входите в состояние медитативного молчания. Вы получаете вдохновение, которое исходит из слов, потому что вы находитесь в этом всевозможном состоянии. Это Никола Тесла, мейнстримный ученый, да-да, в узком понимании этого слова, но выходящий далеко за рамки его. Он был осведомлен в том, что выходит за пределы так называемого физического. Мой мозг — это только приемник. Во Вселенной существует ядро, из которого мы получаем знания, силы и вдохновение. Я не проник в тайну этого ядра, но я знаю, что оно существует. Он говорил о тех же вещах. Поэтому из всевозможностей этот мир создавался мыслями и воображением. Они все иллюзорны в физическом отношении. Что ж, что вы имеете в виду, что мир не плотный? Да, он выглядит плотным. И мы ощущаем эту плотность. Но это невозможно. Они говорят, что мир состоит из атомов, но у атома нет плотности. Поэтому с помощью физической плотности невозможно создать этот мир. Кто-то сказал, если бы атом увеличился так, что ядро приняло бы размер 10-копеечной монеты, то расстояние между ядром и электронами было бы огромное. А это значит, что наши атомы пустые. Если вы копнете глубже, вы поймете это. Как можно сделать мир плотным при помощи атомов и других вещей, о которых говорят науки? Так это с помощью системы декодирования. Когда вы подключаете средство накопления информации к компьютеру, и он декодирует ее, есть определенные этапы до того, как информация появится на экране в этот мир. Наука настолько сосредоточена на деревьях, что не видит леса. Воспринимая изоляционно, не понимает, что каждое дерево — это часть одной системы декодирования. Поэтому мы декодируем информацию через волны, цифровую, голографическую, иллюзорную и физическую. Все эти различные уровни — молекулярный, атомный и голографический — неважно, все они различные выражения декодирования этого мира. Мир — это голограмма. Все, что ты видишь — это голограмма. Этим утром мы видели голограммы, но вернемся к этому позже. Голограммы — те, что, найдя, вы купите в магазинах. И что они там делают? Получается, из лазера. С одной стороны, погасающий разделительный луч — это его фоторепродукция. Другая часть лазера — сигнал в виде формы волны. Фотографирует объект. А затем попадает в часть лазера, который пришел прямо на пленку. И их использование — это столкновение. Это создает то, что они называют интерференционной картиной. Так что же такое интерференционная картина в голограмме? Это волновая информация. Выглядит как отпечатки пальцев на их месте происшествия. Либо... И потом, что это? Это волновая информация. Но направив на нее лазер, случаются удивительные вещи. То, что вы видите, имеет такой же принцип, что и бросание двух камней в пруд. Начинается волновая реакция. И когда волны сталкиваются. Это выглядит как колебание и помутнение воды. Выражение, где камни упали, как быстро упали и каким образом. Это информационное поле для тех, кто его может расшифровать. Что же происходит с голографическим информационным сигналом? Информация становится трехмерным объектом. Все это голограммы. Все, что мы видим здесь, это шаблон информационных волн. Лучшие образцы могут выглядеть как твердое тело ваше или мое. Эта дама, к примеру, голографическая проекция. И это тоже голограммы, спроецированные где-то в другом месте. А это кадры из комедийной программы на британском телевидении. Создатели придумали целую программу, состоящую только из голограмм. А эта дама стоит там, но это лишь только кажется нам. И что же мы делаем? Мы принимаем информационный сигнал с космического интернета и превращаем его в голографическую реальность. И теперь официальная наука начинает осознавать, что это то, что они должны изучить. Вы — это голограмма, проецируемая из ребра Вселенной. New Scientist — один из главных научных журналов Великобритании. Scientific American — вы голограмма,
Квантовая физика раскрывает секреты Вселенной. Вот также вырезка из газеты. Российские исследователи хотят заменить ваше физическое тело голографическим аватаром. Как и зачем? Потому что они хотят заменить голограмму технологически генерируемую на биологически генерируемую. Но даже сейчас биологическое генерирование значительно. Удивительное и прекрасное свойство голограммы, которое объясняет так множество тайн, в том, что каждая ее часть — это уменьшенная версия целого. Поэтому, когда мы имеем одно из голографических волновых изображений, мы разрезаем его на четыре части, берем лазер, и что мы видим? Это не четвертая часть картинки, это уменьшенная четыре раза целая картинка. Каждая часть голограммы — это уменьшенная версия целого. Вот почему мы видим энергетическое поле человека как уменьшенный вариант планетарного энергетического поля, как сверху, так и снизу это происходит. Возьмем, к примеру, рефлексологию и иглоукалывание, все эти техники, в которых можно найти точку на ухе, ноге, где-то еще на теле, которая будет соответствовать другой части тела, так как они голографические и, следовательно, уменьшены версии целого. Возможно, что вы слышали о людях, которые фотографируют вещи с помощью своих рук, проводились даже различные эксперименты. Они запечатлевают вещи, они видят их своими руками. Конечно, не так ясно, как своими глазами, но все же они это видят. Но как это возможно? Наука утверждает, это невозможно. Но это возможно, потому что в руке заключены органы чувств. Потому что все это голограмма. Все такие же чувства находятся и в руке. Просто они такие резкие, как, допустим, в этом случае могут быть в глазах. И вот, к примеру, хиромантия тоже является частью голограммы, потому что все тело сосредоточено в руке. Вот почему клетки мозга и Вселенной отражают друг друга. Есть ученые, которые на протяжении многих лет говорят, что реальность, которую мы испытываем, существует только тогда, когда мы наблюдаем ее. А я пошел дальше и утверждаю, и говорю, что мы испытываем все в таком виде, в каком мы это можем расшифровать. И действие действительного наблюдения — это действительное декодирование. Когда говорят, что сигнал внезапно принимает частотную форму, или они могут принять любую форму в одно и то же самое время, это происходит из-за того, что это одна и та же информация, выраженная в разных формах. Взгляните на эту газетную статью. Ваш ум может контролировать материю, физика. Было продемонстрировано, что атомные частицы также могут быть волнами. Проявляются ли они как волны или как частицы, зависит от того, кто на них смотрит. Наблюдение оказало влияние на физическую реальность частот. Говоря на техническом языке, наблюдение разрушает волновые функции. Волновая функция декодируется в голографическую реальность. Когда мы не смотрим эту действительность, мы не расшифровываем ее, и это всего лишь информационное поле сигнала. То же самое с нами. Так, это у нас основная форма тела, информационное поле, через которое мы расшифровываем данное тело. И если вы можете управлять способом декодирования реальности, можно управлять и восприятием. А это пример, который я давал много раз, но я использую его постоянно, потому что он превосходно объясняет то, что я хочу сказать. Жил-был парень по имени Майкл Талбот. Он написал фантастическую книгу «Голографическая вселенная. Научных доказательств. Голографическая природа того, что мы называем физической реальностью». В книге он написал историю друга, своего отца. Он устроил вечеринку у себя дома и пригласил гипнотизера выступать на этой вечеринке. Мужчину звали Том, и он попросил гипнотизера сделать парочку трюков. Тот говорит ему: «Том, пока вы не выйдете из состояния транса, ваша дочь будет невидима в этой комнате». Он заводит его дочь Лору в комнату и ставит прямо перед Томом. Отец смотрит на дочь в упор. Он был погружен в состояние транса. Его спрашивали: «Том, ты видишь свою дочь?» Он смотрит по сторонам, не видит. Все в комнате видели Лору, кроме Тома. Тогда гипнотизер приложил за спину Лоры что-то и спросил, видит ли Том, что у него в руке. Том смог разглядеть часы. За дочерью видел часы. Гипнотизер спросил, который час показывает эти часы, и Том указал точное время. А догма Докинза и все эти мейнстримные ученые в один голос скажут, что это невозможно. Поражающая логика. Потому что основная форма дочери Тома, как и всех нас, это сигнально-информационное поле. Если вы не декодируете его в голографическую реальность, ваши пять органов чувств не увидят это, потому что это не реальность.
Что же произойдет, если установить что-то как firewall, заложить bad malware в систему декодирования? Любая система не сможет расшифровать энергетическое поле дочери. Все остальное в комнате видно, кроме дочери. Все в комнате видели ее, потому что не были частью этого процесса. Единственный способ увидеть дочь, это когда firewall был разблокирован и скоропостижно расшифрован. Вот так вот. Представьте, что вы знаете это все до мельчайших подробностей, и вы хотите управлять огромным населением. Какую власть это дает? И взгляните, как эту же самую информацию описывают ее те люди, которые открыли для нее свой разум. Тесла, мой мозг всего лишь приемник, центральноамериканский шаман, мы воспринимающие, мы осознание, мы не объекты, мы не твердое тело. Мы безграничны. Мы, или скорее наш разум, забывает об этом. И таким образом мы обманываемся и попадаем в порочный круг, из которого редко возвращаемся к жизни. Вся система сосредоточена на том, чтобы мы не возвращались. Кто создал Вселенную, которую мы видим? Мы создали. Если мы изменим наше восприятие, мы сможем изменить то, что мы декодируем в реальности, мы сможем изменить общество. Мы не станем это делать, создавая запасы оружия. Мы не сделаем это с помощью массовых протестов. Это возможно только путем создания другой реальности, придя из другого восприятия понимания, чем является реальность. Все, что мы видим, или все, что нам кажется, это всего лишь сон во сне. И потому что все едино, сон — это дремлющий, дремлющий — это сон. Два связанных между собой выражения. Это массовый способ манипулирования левым и правым полушарием мозга. Это официальная наука, от нее и будем отталкиваться. Левое полушарие — это структура, это язык, это числа, это иерархия. Это мир, который мы видим. Правое полушарие — это вдохновение, интуиция, творчество. Это музыканты, художники, креативные люди. Эта реклама Mercedes-Benz фактически подчеркивает, что два полушария мозга выполняют абсолютно разные функции. И что делает эта система? Она знает, где у нас находится творчество, где мы соединяем все точки. Здесь находится гобелен, а здесь пряди. Они держат все время нас в левом полушарии и не хотят, чтобы мы соединяли точки, видели всю картину. Им не нужно, чтобы мы подключали свое правое полушарие. Они ставят солдату ворот с левой стороны мозга, чтобы не дать правой стороне оказать на нее влияние. Что за солдаты? Это доктора. Это журналисты. Я не говорю, что они знают, что они делают. Нет, они просто прошли через эту систему. Ученые, академики во всех сферах и все остальные. Если взглянуть на образовательные экзамены, я имею в виду то, что мы называем образованием, они все направлены на работу левого полушария мозга. И все это время происходило сокращение в области искусства и других сферах, которые бы открывали работу правого полушария. Я никогда бы не сделал ни одного из своих открытий, Альберт Эйнштейн, в процессе рационального мышления. Он выбрался на другой уровень сознания, проделал путь от деревенского дурачка и вышел за пределы рационального мышления. Космическая связь — это беспроводной доступ к интернету на электрическом уровне. Сейчас существует целая область науки под названием «Электрическая вселенная». Два пионера и основателя этой области науки — Уоллес Торнхилл и Дэвид Талбот. Это блестящая книга, но ее очень трудно достать. Она объясняет, что у Вселенной есть электрические и электромагнитные уровни. В общем, это объясняет очень многое. Все мы понимаем, что это электричество в атмосфере, потому что мы видим молнию. Но мы не понимаем, как это, когда из нижних слоев атмосферы электрическое нечто, их называют спрайты, выходит прямо в космос. Потому что это электрическая система. А вот вам новая статья. Ученые обнаружили новые доказательства, чтобы предположить, что молнии на Земле возникают не только под воздействием космических лучей, но и энергетических частиц Солнца. Это электрическое электромагнитное поле, которое соединяет все. Электрический торнадо, быстро вращающиеся электрические электромагнитные поля, северное сияние,
Аврора Бореалис, электросветовое шоу, электрические кометы, которые взаимодействуют с электрическим уровнем Вселенной, электрическая галактика, завитушка Вселенной. А Никола Тесла сказал, «Все люди повсюду должны иметь бесплатные источники энергии. Электроэнергия присутствует везде, в неограниченных количествах, и может управляться машинами без угля, нефти или газа». Он знал это. Он умер без гроша в гостиничном номере в Нью-Йорке в 1943 году. Кто те силы, подавляющие наши знания? Те источники, которые твердят, что мы должны быть промышленно развитыми из-за фейковского глобального потепления. Все это бредовая лапша. Афера. Гравитация мощная, ну конечно, электрическая сила примерно в 1000 триллионов раз мощнее, чем гравитация. Взгляните на что способны магнитные силы. Электрическая Вселенная постулирует силу, которая удерживает планеты на своих местах и их стабильность. И это не гравитационная сила, а электромагнитная, которая влечет за собой очень простую вещь. Если нечто дестабилизирует электромагнитные силы, то планеты будут двигаться спонтанно. Я вернусь к этому во второй части. Но они будут спонтанно двигаться с геологической точки зрения. 99,999 нашей реальной Вселенной — это плазма. Вот плазма как раз-таки почти идеальная среда для электрических сил. Они пишут, в лаборатории плазма проявляет жизнь как способность к самоорганизации и совладению со стрессами электрической среды. Почему? Потому что она сознательна. Все сознательное. На арене электровселенной они могут изобразить происходящее на небесах в лаборатории, используя плазменный фокус устройств. Постарайтесь уловить, что говорят они для понимания, что и как происходит во Вселенной, по их мнению. Электрическое солнце, плазмическое солнце, но почти полностью плазменное. Почему? Потому что это процесс электрической силы, информации. Солнце электрическое, это очевидно, вот что я имею в виду. Что же такое, по их мнению, солнце? Оно подобно ядерному реактору, который начинается в середине и имеет выпуклость наружу. Что ж, они утверждают, что это радиоактивная зона, но как-то маловато доказательств. Конвективная зона около 1% необходимого для того, чтобы было так, как они утверждают. А если говорить о позиции с точки зрения электрической Вселенной, то есть громадные доказательства, что этот как бы реактор идет в другую сторону, не выходит из Солнца, а идет на него. Там происходит обработка и выходит из Солнца в другой форме. Ультрафиолетовый свет. Вот взгляните, как в ультрафиолете выглядит так называемая туманность кольца, похожая на бублик, что обволакивает Солнце. Вот она. И есть коллектор электроэнергии. Что же происходит, если электроэнергия накапливается и накапливается так же, как молния, высвобождает слишком много электроэнергии в атмосфере? Так что происходят массивные выбросы электроэнергии из этого кольца, и они направляются к Солнцу. При взрыве на Солнце они создают массивные отверстия, которые называются солнечными пятнами. Следовательно, электрической Вселенной пятна не образовываются вот таким путем. Они идут по этому пути и образуются именно так. Вот еще одна вещь, которая поддерживает то, откуда приходит энергия. На поверхности Солнца около 5000 градусов Кельвина. Такая единица измерения. И в верхних слоях Солнца, на выходе из поверхности, температура достигает около 200 миллионов градусов. Это солнечные пятна. Вот у нас есть циклы, когда электрическая сила очень мощная, и когда менее. Это так называемые солнечные циклы от Солнца, исходит больше мощности, и наоборот. Еще одна интересная вещь, объясняющая тот факт, когда плазма имеет электрическую силу или состояние электрическое определенного вида и встречается с плазмой другого вида, другого электрического состояния, она автоматически создает барьер между ними, двумя.
Это называется волны Ленгмюра, в честь открытия Ирвина Ленгмюра. Это причина, почему мы имеем энергетические поля вокруг планеты. Мы на электрическом и электромагнитном уровне. И планеты взаимодействуем с электрической силой, которая постоянно поставляет информацию в пределах космического интернета. Снова сравните изображение клеток мозга и Вселенной. Что ж, дальше у нас по плану астрология. То, что мы называем планетами, звездами, их базовая форма — это информационное волновое поле. Двигаясь через более обширный космический интернет, они взаимодействуют на него с точки зрения изменения информации, меняют его природу. Как только эти планеты движутся в определенных ситуациях по отношению друг к другу, влияние становится еще больше. И еще. Место нахождения планет диктует природу энергополя. И приходя в эту реальность, мы выбираем энергетическое поле в этой точке цикла. Мы выбираем другое энергетическое поле для кого-то другого. И мы взаимодействуем с энергетическим полем, так как будто входим в жизнь другим путем по сравнению с кем-то, кто приходит в цикл с другой точки. И это и есть астрология. Это наука. Это очень глубокая наука. Не то, о чем пишется в астрологическом прогнозе, в газетах. Нет. И эта наука находится не в тех руках. Она должна попасть в правильные руки. И потому мы живем в голограмме. Это уменьшенная версия Вселенной. Уменьшенная версия всего, что мы воспринимаем. Время и пространство — это величайшее создание иллюзии. Все, что мы есть — иллюзия. Далеко-далеко мы видим звезды, что находятся за миллиарды световых лет отсюда. В этой форме они существуют. Когда мы расшифровываем их, они где-то сантиметр от силы в размере. И это снова волновая информация в голограмме. Пространство — иллюзия. Говоря, частицы могут передавать сообщения за миллиарды миль друг от друга. Ну как? Потому что миллиарды миль — это иллюзия. Одно энергетическое поле реагирует на себя мгновенно, потому что это одно и то же энергетическое поле. Знаете, когда лицо зрите на время и пространство, когда загружаете диск игры в компьютер, и вся информация находится на одном диске от начала до конца, попадая в него, и загрузившись в компьютере, он проигрывает ее сцену за сценой. Когда одна сцена сменяет другую, вы чувствуете это как течение времени. Когда вы смотрите вглубь экрана на перспективу, горизонт, вы видите, что это пространство. Но в итоге, все это информация, которая внутри и декодируется компьютером. И то же самое с DVD. Ваше восприятие времени при просмотре DVD продиктовано тем, на каком моменте вы находитесь. Когда вы здесь, прошлое здесь и будущее вот здесь. Когда вы смотрите с этого момента, прошлое тут, а будущее, соответственно, здесь. Все это продиктовано лишь той частью информационного поля, которое вы на данный момент расшифровали. Есть только сейчас. Все существует сейчас. Нет никакого времени, пространства в ослепительной темноте. Это иллюзия. Это восприятие времени на данный момент. Это замечательная цитата. «Сейчас — это единственный момент, доступный для нас. Это двери к другим моментам». Почему? Поскольку это единственный момент. Чем больше нас втягивает в будущее, страх, тем больше мы втянуты в прошлое, сожаление. Вместо того, чтобы думать о сейчас, мы втянуты в иллюзорное прошлое и будущее. Что делает левое полушарие мозга? Оно принимает информацию в том виде, в каком оно сейчас, и ставит ее в последовательность, которая представляется нам течением времени. Возвращаемся к DVD. Эйнштейн сказал, когда сидишь рядом с хорошенькой девушкой, час кажется минутой. И когда сядешь на горячую сковородку, то минута кажется часом. Это теория относительности. Относительность к чему? Что она к чему относит? Ваше восприятие, как вы расшифровываете реальность. Времени не существует, часы существуют. Время — лишь согласованная концепция. Мы приняли промежуток, одно вращение Земли, одна орбита Солнца, разделили его на сегменты, дали эти сегментам ярлыки.
Тогда как это имеет свои преимущества, мы были запрограммированы прожить свою жизнь с помощью этой концепции, как если бы она была реальна. Мы спутали нашу концепцию с тем, что является ощутимым, и таким образом стали его рабами. И у нас есть линия, которая не существует в океане. Это завтра, это вчера. Это даже не прямая линия, вот посмотрите. Тем не менее, время контролирует нас. Вот это вот статья из мейнстримной газеты. «Тюрьма разума. Заключенные могут отбывать 1000 лет лишения свободы за 8 часов. Будущее биотехнологии может быть использовано, чтобы побудить заключенных думать, что они отмотали срок в 1000 лет», прокомментировала группа ученых. Почему? Потому что все это иллюзия. Университет Лондона проводил исследование со временем. Ученые обнаружили, что когда спортсмены находятся в игре, они вступают в другие взаимоотношения со временем. Они декодируют его медленнее, чем это делаем мы. И когда вы видите игру на теннисном корте, думая, да как они это успевают? Но он играет не так быстро, как мы это видим. Я сам это испытывал, когда занимался спортом. У нас есть люди из так называемого прошлого, которые опередили время, такие как Да Винчи и Джордано Бруно. И все те вещи, которые Да Винчи придумал 500 лет назад, долго не находили им применения. Люди говорят, они на сотни лет опередили свое время, они были вне времени. Они смогли получить доступ к этому уровню осознания, лишь выйдя за пределы программы, вне времени и пространства. Вот откуда у них эти знания. И неважно, живешь ты в каменном веке или сейчас, если вы получаете доступ к осознанию, вы можете получить воодушевление. Сила сердца, любовь, интуиция, интеллект. У нас есть система чакр для работы всей системы. Это ключ, это база. Она относится к физическому сердцу. И на протяжении всей истории говорили, что сердце — центр человеческой силы. Она из него. Институт математики сердца в США провел огромное исследование о характере природы сердца, как физического, так и энергетического. В конце выяснилось, что это одно и то же. Самое мощное электромагнитное поле тела проецируется из сердца. Мозги также подчиняются сердцу. Больше нервных клеток идет от сердца к мозгу, так по кругу. И сердце имеет мозговые клетки, потому что это массивная форма интеллекта. Разумный интеллект, природный интеллект, знающий интеллект, мыслящий интеллект, запрограммированный интеллект и интеллект, выходящий за рамки программы. И вот что они говорят. Есть также новые данные, согласно которым поле сердца непосредственно участвует в интуитивном восприятии через его соединение с энергетическим информационным полем за пределами времени и пространства. Поэтому мы имеем интуицию, которая знает гораздо больше, чем мозг. Он только думает, что он что-то знает. Вы получаете доступ к гораздо высокому уровню осознания, больше, нежели чем он был до этого. Открой свое сердце и соединись со всем сущим. Мышление, знание. Вот почему они понижают энергетически ваше сердце. Через страх, через тревогу, через депрессию, беспокойство. И поэтому мы не используем доступ к великой вечности. Исследование Института математики сердца гласит, когда сердце, мозг и центральная нервная система находятся в гармонии, человек переходит на более высокий уровень осознания. Находясь не в гармонии, они имеют искаженную резонансную бессвязность, как они это называют. То есть, вы находитесь на низшем уровне осознания. И вот, взгляните, это сердечный ритм человека в состоянии удовлетворения. А вот это сердечный ритм, принадлежит человеку в состоянии разочарования. Связность, бессвязность. Посмотрите на этот безумный мир. Его структура постоянно заставляет нас быть в состоянии низких вибраций. Низких эмоций, страха, тревоги, разочарования. Он выводит нас из состояния истинного себя и превращает в фальшивку. Открой свое сердце, измени этот мир. Это потрясающий цитат великолепного Билла Хиггса. В целом мы находимся здесь и сейчас. Никто не выберется из-под петли. Мы испытываем реальность на основе тонкой фанеры лжи и иллюзии. Мир, где жадность — Бог наш, и мудрость есть грех. Где деление является ключевым, а единство — фантазии. Где его ведомая ловкость ума восхваляется скорее, чем смышленность сердца. Абсолютно верно. Так
Давайте поговорим о цифровых постоянных. Я упоминал о них, когда сигнал переходит от цифрового до голографического. Числа — это просто выражение состояния сигнала волновой информации. Это как нумерология. Люди встречаются с одними и теми же числами, которые повторяются в их жизни. Что означают все эти числа? Все это одна и та же энергия информационного поля. На одном уровне — волновой сигнал, на другом — цифровой. Это числа. Числа очень важны, и они знают эту эзотерическую закономерность. И сейчас мы уже дошли до конца, теперь они создают цифровые голограммы, которые очень близки к тому, что мы испытываем. Это невероятно. Вот опять же, мейнстримная статья. Они, цифровые голограммы, выглядят настоящими. Настолько настоящими, что когда Форд использовал их, чтобы показать концепт кар-модели, люди останавливались, боялись ходить рядом. Им казалось, что голографическая машина была настоящей. Это та реальность, которую мы испытываем. Голограмма, цифровая голограмма. И что на данный момент было установлено, что ACGT коды ДНК могут быть выражены компьютерным языком или посредством электрического заряда. Другими словами, они совершают переход. А также последовательность чисел Фибоначчи, где вы добавляете перед цифрой следующую, чтобы получить последующую, 1-1-2, 1-2-3, 2-3-5, может быть найдена повсюду в природе. К примеру, так растет раковина, а это природа формы человеческого тела. Все это, бури, штормы, волны на море, отпечатки пальцев, мы видим это. Потому что находимся в виртуальной реальности Вселенной. Один уровень является цифровым, поэтому он выражается именно так. Симметрическая математика не только показывает сущность математики, как она есть в реальной действительности, но также подчеркивает голографическую природу реальности, связанную с математикой. Что ж, учитывая все это, не это ли всемирная имитация? Я говорил об этом в течение многих-многих лет. И вот вам очередная мейнстримная статейка. Физик может доказать, что Вселенная — это компьютерная имитация. Как? Они сделали компьютерную имитацию Вселенной, а она похожа на нашу. А это из Массачусетского технологического института. Специально для тех, кто думает, что он все знает, мол, я говорю о фантазии. Это то, что человеческая наука может сделать уже сейчас. Биология в корне дискретна, основывающая на наборах нуклеиновых и аминокислот, объединенных в гены и белки. И компьютеры фундаментально в корне дискретны, основывающие на битах данных, обрабатываемых с помощью логических вентилей, последние уже давно используются для изучения первого. Но целый ряд новых технологий в настоящее время делает возможным непосредственное преобразование между этими представлениями. Подобно тому, как аналогово-цифровые и цифроаналоговые конвертеры обеспечивают интерфейс между компьютерами и физическим миром датчиков и исполнительных механизмов, так и биологические цифровые и цифробиологические конверторы позволяют компьютерам создавать и контролировать биологические миры. Это старт, они смогут создавать биологические виртуальные реальности, теперь они на пути к этому. Что, как не это, является гораздо большей силой. Я думаю, они смогут стать передовыми в этом знании, которое когда-то существовало. А что вы могли бы сделать с точки зрения создания реальности? Это исследование Боннского университета о том, живем ли мы в имитации. Вот отчет. Они могут иметь доказательства, что Вселенная представляет собой компьютерную имитацию. Они указали в статье под названием «Ограничение Вселенной как числового имитатора», что даже будучи имитатором, будет возможно создавать свои собственные законы физики, которые будут ограничивать возможности. Я говорил год назад о книге «Законы физики». Мы считаем, что законы физики не о Вселенной, а не о том, как работает эта реальность. Вот и все. Не о Вселенной. Вы знаете, что такое законы физики? Клац-клац, Enter. Вот что вы делаете. Ученые говорят о феноменальном явлении, известном как предел Грайзена-Зацепина-Кузьмина, которая является очевидной границей для частиц космических лучей, вызванных взаимодействием с космическим фоновым излучением. В статье университета говорится, что этот образец ограничения отражает то, что вы нашли бы с компьютерным моделированием. Они говорят, что подобно заключенным в черной, как смоль, камере, мы не смогли бы увидеть стен нашей тюрьмы.
А это статья с другого конца света, Джеймс Гейтс, американский физик-теоретик, профессор физики в Университете Мэриленда, директор Центра теории струн и частиц. Это отрывок из «Мир физики». Могут быть доказательства того, что наша реальность — имитация и подобно как в фильме «Матрица». Да. Гейтс и его команда исследователей обнаружили уравнение в материи Вселенной, которое содержит встроенные компьютерные коды цифровых данных. Они принимают форму единицы и нуля, двоичной системы, включения-выключения электрических зарядов, используемых компьютерами, и он говорит, что они не имеют никакого понятия, что они там делают. Я думаю, что могу помочь им. Компьютеры и другие электрические технологии внедряются с помощью математических последовательностей, известных как помехоустойчивые или блочные коды, которые возвращают данные в исходное состояние, если что-то изменится или будет мешать им во время передачи. Гейтс и его команда обнаружили эти последовательности в материи нашей реальности, но они не знают, что они делают там. Они удерживают свою реальность на месте, по причинам, которые я объясню во второй части. И что бы я сказал, самый большой блокирующий код этой реальности, этой фальшивой реальности, подробнее будет после обеда, это скорость света. Скорость света — это не самая высокая скорость, как и для пешехода, который имеет самую высокую скорость по его возможностям. Это стены реальности, поддельной реальности, которые манипулируют через декодирование в веру, что она реальна. Они говорили в течение многих-многих столетий о том, что это какой-то замкнутый мир. И вот, похоже, так же, как заключенные в черной, как смоль камере, мы не смогли бы увидеть стен нашей тюрьмы, пока не проснемся. Что ж, сложите все это в кучу, и мы получим фейк — личность. Мы думаем, мы имя, раса, работа, группа по размеру дохода, религия или жизненная история. Я все, что система говорит обо мне. Уже нет. Мы знаем, кто мы есть. Бесконечная возможность. Джим Моррисон, блестящая цитата. Наиболее важная сторона свободы — быть тем, кем являешься. Вы продаете свою реальность ради роли, маски. Вы продаете свой смысл поступков. Вы уступаете способности чувствовать и взамен одеваете маску. Никакая масштабная революция невозможна без персональной революции на уровне личности. Она должна сначала случиться внутри. Нам нужно перестать жить ложью и начать жить правдой жизни о том, кто мы на самом деле. Мы — бесконечное сознание. Мы не люди. Мы — получающие опыт, бесконечное сознание и имеющие этот опыт. Бесконечная возможность. Это замечательная цитата. Я использовал ее несколько раз, но она так блестяще о предсмертном опыте, об испытываемом вне тела. Все, с самого начала, мое рождение, мои предки, мои дети, моя жена, все приходит вместе и в одночасье. Я видел все о себе, все обо всех, кто был рядом со мной. Я видел все, что они думают сейчас, что они думали потом, что происходило до того, что происходило сейчас. Нет времени, нет последовательности событий, нет такого понятия, как ограничение расстояния, периода или места. Я мог бы быть в любом месте, где только захотел, в одночасье. Вот кто мы есть, и эта система стремится удержать нас в узкой полосе точки восприятия. И чушь порождает чушь, и это причина, почему все наше общество испорчено, искажено, перевернуто, поскольку все исходит от абсолютно фальшивой позиции реальности того, кем мы являемся. Юху, мы знаем все уже об известном. Нет, вы знаете лишь только то, что вам сказали знать. По приказу системы вы сдаете экзамены, прогрессируя лишь в ее системных рамках. Мои поздравления. Мудрость — это знание того, как мало мы знаем. И это не значит, что нужно верить всему подряд. Просто вашему уму важно быть открытым для всех возможностей. Мы заложники тюрьмы интеллекта, мы ему поклоняемся. Изолированному интеллекту без сознания. Сельский идиот. Вот этот интеллект. Он смотрит на точки, сфокусировал внимание на них, но не может соединить их, чтобы увидеть полноту всей картины. И вот почему бесконечное сознание, все, что есть, когда-либо было и будет, сводится к этому. Мир, в котором мы живем, сводится к этому истинному заблуждению, бредовой иллюзии. Поэтому мы высмеиваем
убиваем, презираем тех, кто видит дальше своего носа и программы. Вы Вселенная, но общество учит ограниченности. Зачем? Кто стоит за надувательством? Кто извлекает выгоду из этого? Почему вообще происходит этот бред? Встретимся через час. Огромное спасибо всем. Спасибо.